Ой, какие люди, зятёк! Ой, спасибо, давай целоваться будем. Так приятно. Ой, муж, подержи, пожалуйста. Ой, дочь приехала. Чё, мама поздравить приехала, да? Красотка моя, ну чё, давай тоже целоваться. Бровями. Муа, целуемся. Ой. Не надо ругаться. Так, младшенькая. Ой-ой-ой, кто приехал? Кто приехал? А ты чё? Ты чё приехал? На день рождения? К кому? Тебе. Чё, правда? Да. Ну давайте, проходите, Людмила Константиновна. О, подарок мне через порожек передают. Тётя Ира, вы ручкой помахайте. Так, ну подарок потом будем тестировать. Екатерина тестирует подарок. Ну ничего, сейчас переоденемся. Мы еще за стол даже не сели. У нас пока тестирование. Ой, прикольно. Для домохозяйки самое то. Класс. Готовимся пока. Все в ожидании. Тестируем второй подарок. Так. Эти пазы засовываешь. Ага. До щелчка закрываешь. Так. Ой, красота! Для домохозяйки это очень нужная вещь. Супер, супер. Ой, Русечка, спасибо тебе, дорогая. Красота! Теперь буду морозить, вакуумировать. Все, что можно. Сашку тоже завакуумируем. Прелесть. Какие сегодня подарки? Так, ну что, стол накрыт. Мы сегодня так по-семейному. Вот это мясной тортик. Это салатик новый. Не буду рассказывать ничего. Это рыбный тортик. Селедочку мама делала. Так, поужинать, в общем. Чисто поужинать. Горячее еще в этой. Все сидят в ожидании пока. Ну и, конечно же... И, конечно же, красота. Да, бабуль? Очень. Привет, бабуль, скажи, привет, ручкой. Привет, моя родная. Вот. Привет, моя кровная. Это она родная. Ко мне. Приехали поздравить с днем рождения. Вот так. Чисто семейный ужин. Посидим, поужинаем, пообщаемся. А семья у нас большая. Саша, спиртное где? Или у нас сегодня безалкогольный ужин? Приятно всех видеть за столом. Все собрались. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Павел, давай бабушку Аллу поздравляй. Речь сказать бабе Але, хорошую, пожелание. Ну, здрасте, приехали. Здоровья тебе скажи. Сашуль, подскажи внуку. Любви скажи, мужу нормально. Вот нас как много. Это что, не все. Сейчас дети поедят, потом еще гости подъедут. Ладно, садимся за стол. Сашка без головы сегодня у нас. Снимаешь? Да. С днем рождения тебя, любимый. Здоровья тебе, самое главное. Остальное у тебя все есть. Конечно. Внук он бегает, видишь? А что, внук? У меня вот две дочери. Вот какая родня. Два зяти. Бабулечки еще с нами. Мамка. Мамуля, сестра, все. Здесь, все приехали. Всем спасибо, да, что здоровье самое главное. Приехали, спасибо тебе. Мы еще не уходим. Дай тебе здоровья. Девочка, надо? Не, Полина. Полина, надо? Спасибо, бабулечка. И ты с нами еще подольше бы пожила бы. Ой, а что? Я зажила. Хорошо. Встречаем новых гостей. Надо? Аня. Забыто, кстати.
Ой, ой, джентльмены идут. Ручку. Так приятно. А ручка где? Леха, ой. С днем рождения. Ой, спасибо. О, поцелуй. Ой, Саша, дай слово. Иди ты в баню. Леша. Целоваться? Да, давай, слова. Так, да. А букет что не отдаешь? Как нет? Не отдаю? Вот, да. Вот так да, вот. Да, а ты кверх ногами, давай. О, проходите. Проходите. Так, целуемся. Ой, какие вы. Ой, какие вы красотки. Ой, давай. Ой, зятёк, ладно, всё. Зятёк, привет! Вот так мы хорошо сидим, общаемся, ужинаем. Разговариваем. Ещё не танцевали, пока ещё едим. Ой, всё, не перестаю сюда я. Ой, красота, красота. У нас танцы, мама с сыном. Энергичней. А теперь песня на бис. Моя милая мама, что? На лето, на гулято. Даем в дом своем гулять куда хочешь. По квартире туда-сюда. Давай, дед, песня для меня. Так, а теперь на бис. Давай, Сергей. Это что? Саня, 3-4. Ну, что-то вы не энергично. Когда пела я песню ему, виноватава. Целовала его, говорила, я буду его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. А я верила все, и как роза цвела, потому что любила его. Мама моя, ой ты мама моя, отпусти ты меня погулять. Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, ночью все о любви говорят. Ночью звезды горят, ля-ля-ля-ля-ля-ля, о любви говорят. Мне выпить.